Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Тебе, конечно, легко только подошел, отжиматься начал. Да что ты здесь модничаешь? Раз, два. Здесь там заруливаешь. Два. Половинка. Я все уже. Держим, держим, держим. Держим, молодец, держим. Пол воняет. Ну, а ты не нюхай ее. Да сама нюхается. Раз, два, раз, два, и раз, два. Теперь спокойно, пожалуйста, так, ручки протянули, стряхнули. Скажите, как меня зовут? Только аккуратно. Сергей Геннадьевич. Яша Сергей Геннадьевич. Запомнил? Яша Сергей. Молодец. У вас тут подпортилось. Тихо. Термиты. Тихо. Александр Владимирович. Так, кто еще? Версии. Молчим. Версии. Как его зовут? Это главный тренер здесь, парни, вы что? Это я так, воспитатель, это приложение к журналу «Мурзилка» там, а он, ну, посерьезнее. Это еще пока мы до президента федерации не дошли. Александр Владимирович. Денис Владимирович. Так, красавчик, спасся, да? А как фамилия? Макарющенко Денис Владимирович. Запомните, парни, ну, без прикола, чтобы понимали, потому что очень важно, чтобы вы знали, как учителей ваши. Мы не ваши учителя, но у вас есть учителя в школах, будут в учебе. Сергей Геннадьевич, Денис Владимирович. Макарющенко Яшин. Информация в интернете есть, сейчас еще раз фоткали, телефон есть, не стесняемся, позвонили, все. Все, переходим на элементики, поехали. Все так же по-другому. Включите еще его батарейки. А? Сейчас включим, да, все нормально? Самочувствие нормально, все продолжаем. Саша, Саша, Саша. Мы встанем, пожалуйста, кучи не собираемся, я вас спрашиваю, ладно? Больше глупо, пожалуйста, не собираемся. Да, все, пойдем, сладить грузы смотреть, пойдем, берите те грузы, пойдем посмотрим. Мне надо сейчас проверить, насколько грузы тяжелые, иначе погоняй по ней, по программе, по какой-то. А они легкие вообще, мне кажется, здесь тяжелее, да? Да? Нет, а они пластиковые, да, хорошие. Они с песком. Все, ясно, тогда отставить, они не нужны. Я попробую. Там это, я вижу. Теперь не только вижу. Так, ты себе не взял расческу? Нет. А, Серега взял одну, я одну взял. Одну тебе, блин, в штабе. Ну, этот, возьму. Серму сказал перевести тебе деньги, переслать с этого. Я ему позвоню сегодня, чтобы он перевел. Ну, с федеральных, да? Откуда? Или с холдинга? С каких это берем? С федеральных? Вообще не важно. Без разницы. Можно с федеральных, на расходные клубы. На подарки, на всякое такое. Ну, футболки. А, подожди. Что футболки, он кстати, перевел? Ну, на этой неделе должны быть готовы. Сегодня я с ним разговаривал. Он должен мне завтра скинуть логотип. Зачем вам здесь мат? Не надо, вы не ударитесь, не бойтесь. Просто щели закройте на полу. Так, Сучков Данил Ильич, я, короче, его не нашел нигде. Их нету, это вот эти все парни, все, кроме Александра Сергеевича, ну, он да, здесь вот был. Ну да, вот был, вот они все втроем, я смотрю, да. Были. Потому что вот, у этих ребят по два за... Парни, сейчас еще раз. Ренат, кто вчера был? Как? Ренатик пока как команда, да. Ренат, ну по поводу этого, он как выступает, то что за него сказали. Ренат, и тебя тоже касается. Парни, еще раз, кто вчера помогал при приобретении абонемента, мы вам плюс один накидываем. И, Ренат, ищи того, кого ты будешь воспитывать. Ты можешь прямо сейчас с парней взять. Ренат, меня воспитывают. Ты просто подумай. Смотри, он берет абонемент, и ты приходишь с ним без оплаты, снимаешь, вот ты его выкачиваешь. Неважно, кого из них. Вы себе попробуйте другого старшего подопечного. Уголов желание провести. Да, 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 да. Вот. Денис, только в том случае они будут без оплаты ходить. Юдашкину так же скажут. Вот только в том случае. Все, они взяли воспитанника, они его вкачивают. А то приходит, блядь, понимаешь, что происходит. Давай меняй сами. Все, тихо, тихо, тихо. А можно двоих? Да, надо двоих. Почти. Надо двоих, потому что если вдруг одному не приходит. Вот смотри, какая штука. Может быть, получится так, вы начнете с виновными ругаться. Они тоже скажут, блин, а мы тоже хотим. Ты должна прийти с парнями, чтобы они тебя не предавали. И чтобы ты их не предавал, понял? Потому что потом придут Егор или там Никита скажут, а что, Ренатик, ты без нас, блин, может, мы тоже хотим. А где мы найдем двух человек? То есть вам надо будет потом договориться, давай продумывай. Либо сейчас пока одного. Достаточно, когда придем, мы уже будем. Чтобы четко знали, да? Договорить. Хорошо, хорошо. Но ты готовься. Ладно, Ренат? Ты должен сейчас испытаться. Сейчас да, сделаем все, еще, Серега, вот такой ход. Я сюда себя мне вписываю. Сейчас да, да, да. Сейчас я сюда себя вписываю. Да. Номер телефона вот здесь вот пишу. Да. Каждый тогда пускай подойдет.
мальчик с фоткой, да. Сфотографирует, да. И маме да. покажет, чтобы тоже позвонили Наталье Андреевне и пообщаемся. Смотрите, ребята, еще такая, по поводу вот кого воспитанники, вы можете своих родных приглашать. Реально, вы можете прям брать своих старших, младших, неважно. И то есть реально есть тема сэкономить. То есть фактически два человека могут ходить. Но опять, нельзя, кто здесь сейчас занимается. Это должны быть люди реально новые. Мне от вас увидеть надо, как вы в себе воспитаете навыки, таланты, учителя. Вам рождать будущих семей свои надо воспитывать. Вам надо детей, сыновей воспитать своих. Тренируйтесь. Сейчас, секунду. На страховку давай. А ты готов? Он подготовительный сделал, предварительно. Ну, пока не руки спасновать. Сейчас, погоди, показывай подготовительный ложгейнер. Давай, давай, слази, слази. Ты же знаешь правила. Просто так не сидим. Ярослав, не балуйся там, пожалуйста, Яник. От стекла отойди, пожалуйста, братан. Если хочешь бревно взять, возьми бревно. Сюда, или возьми бревно, если надо. Ну, скажем, оп, да? Вот себе поставь и здесь занимайся. За штани. Ренат, другой рукой возьми. Да. Правой рукой. Ты тоже другой левой рукой возьми. Два. Выше. Три. Опускай. Нормально. Все, сейчас по очереди. На маленьком делай. На маленьком делай. Колени падай и все. Я не могу ноги пронести через турник. Смотри, какой у меня вид. Они мне вот так сами.
Нормально, она бронебойная и всякое такое. Да, кому не могу. Да. Нормально, нормально. Её знаешь, как она сделала? Сейчас, давай сюда. Станину положите. Красивую картину, да, чтобы все было. Я расставь себе полосу препятствий. Вот так, расставишь. Много-много всякого, ты будешь как бы раз передвигаться. Давай, сделай крутую полосу. Мы вместе с тобой давай походим. Могешь? Крутую, чтобы мне тоже получилось. А ты же убрал пакет. Да, я его пакет не взял. Да. А ее, Ирина, мы же ее вчера доставали, а тут я все же достал, да? А его вчера. Знаешь, вы его стерли, все. Ну тогда пыль в манете, пыль в пол, пыль в пыль. Смотри, что там Александр... А, понял. Александр Иванович, новости, которые... Новости России 16 числа это было. Сейчас поищу. Сейчас я здесь посмотрю. Бля, я сегодня, короче, прикинь, вообще... Во-первых, начнем с того, что я этот диалог писал, прикинь, родителям про уборку. Сегодня? Нет, не сегодня. Я написал все это. Ну, когда позавчера там это все отправляю. Бах, потом с тобой поговорили. А я, знаешь, смотрю, а в диалог... Открываешь диалог Viber, смотри. И видно же, что, ну, вот, видишь, допустим, смотри, Денис Владимирович, спасибо, что подвезли Миша дома. Ярослав, простили побольше. Это мне написал, да. Когда я вот дома. То есть, короче, я смотрю, что написано. И это, ну, я также смотрю, ага, написано про это. Чик. Блядь, стоп. Стоп. Что вы там лазите? Кто там лазит? И что такое? Магнит достал, нашел, да, молодец. Положи назад и упор лежа принять. Нет, положи назад. Ну ладно, не назад, а вот сюда, на стеклышко положи. И упор лежа, вернее, ладно, не упор лежа, а висно под коленках приняли, пожалуйста. Сейчас объясню. Там стекло, без меня надо было позвать. Если ты увидишь, мне казалось, что там вчера ее достали. Либо это вы вчера ее обратно туда бросили. И вот, наверное, на уроке нашел, потому что я не тот. Но без меня стекло там не надо лазить, опасно. Парни, на подколенках вис приняли, пожалуйста. Вот так, на подколенках. Гвоздя, Данил, вам по-своему, железом, давайте, хотите, вам по-своему. Ярослав по-своему, с нашими там атлетом БДТ. На подколенчик вис, пожалуйста, примите. Темпе, ребят, темпе. Сделайте 30 подъемов корпуса. Да, ручками касаться... Да, молодцы, да. Ручками колен надо коснуться. Ручками колен, не раскачивайте. 30 раз в темпе. В итоге оказывается, что я, короче, все эти объявления, которые надо было писать в родительский диалог, я пишу маме, да, Мишаньке Фаизову, да, потом вечером переходит, Денис Владимирович, вам надо в родительский диалог. Нормально. Куда полез? Я уже... Ярослав. Я составил. Парни, 30 раз. Сегодня. Ищу, короче, номер телефона, надо позвонить, в общем, парняге одному. У него созванивался с ним несколько месяцев назад, он в Саратовске. У него в наличии есть пескоструйные сопла. Мне надо керамическое пескоструйное сопло. 30 раз, парни. В прошлый раз до него долететь не получилось, но сохраняется номер. Я помню, как он называет этот номер, у меня записано все. На будущее без меня ничего не дергайтесь. Либо без меня, либо без любого из старших, пожалуйста. Набираю сегодня, ну, нахожу этот номер в списке вызовов, набираю его, разговариваю с ним, все, мы договариваемся, что я завтра приезжаю, он мне скидывает адрес, куда надо приехать за этими соплами, я говорю, завтра приеду, штук 5 сразу возьму, он радостный, счастливый, да, давай, да, а жду что, тебя. А, все, да. А я сам понимаю, что какой-то акцент у него, ну, не местный, думаю, ну, ладно, думаю, что за прикол, непонятно, думаю, ну, мало ли там кто-то. Приехал и приехал. Оказывается,
я в Ростов-на-Дону позвонил, и этот парняга с Ростова-на-Дону. Я ему потом уже перезваниваю, мы с ним так разговорились, короче. А он говорит, да давай я тебе так отправлю СД, и там типа СД, это самое. Не бросай. Зовут Константин с Ростова-на-Дону. Оказывается, в Саратове родственники живут, как выяснилось. И он... каждый зимой приезжает в Саратов к родственникам кататься на лыжах. Я говорю, слушай, ну давай этот, ну, заезжай в гости. Все, номера телефонов с ним сохранили, так, знаешь, как-то так пообщались с ним, познакомились. Я офигел вообще. А зачем? Помочь? А, ты так хочешь, да. Раз, два, три. Давай. Ярослав, помогай. Ну это можно и не трогать, Ярик. Только одну можно вытащить, да, да, все. Остальные не мешают. Давай сам тогда, если хочешь. Только там телефоны лежат. Смотри, что делать. Аккуратно, аккуратно. Да, там аккуратно. На телефоны не ложи. Просто положи, Ярослав. Здесь, положи рядышком мне, пожалуйста. Не-не-не, это опасно, да. Опасно. У нас тут парняга один в стену, ну да, это как-нибудь на видео смотрите, что у нас происходили случаи. Как я с турника еще упал. Как с турника на Даньку улетал, да. Я сюда. Ярослав, ну пусть ребята они поделают. Ты тоже хочешь пресс? Пойдем сюда. Пойдем. Попрыгай, залезай сюда. Займись. Хочешь качнуться, иди вот на тренажер. Парни, кому надо железо, гирьки там и прочее, идите, делайте. Я хотел, ты хотел или с ребятами? Далеко, короче, находится, и, соответственно, он не дотягивает, и толку идет, я, короче, прямо против башни сделал. Да, 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 да. Потом надо будет все это быстро убрать, разложить, потому что мы же приматы. 10 минут вам на все, красоту, да, видео заснять.
Фотки там, приветы передать в поле чудес, приветы передать, еще никуда не будет. Кому что надо. Кто там, кто у вас авторитеты там эти, снимает глаза там, да, или какие-то. Тимофей Артигу. Тимофей Артигу, там еще крутые привет передать, скажи. Ждем вас в Саратове, будем бороться скоро. Они приятные, если не могут. Красавчики. Ты стоишь, ты в комментариях. Все, я пока. Он вообще долго не делал. Сколько долго? Я вообще не делал, я только Жене помогал. Жене, смотри сейчас. Жесткий чил. Кстати, через 40 дней будет Новый год. Да. Это хорошо. Я очень рад. Вот это вот. Давай меня купаю. Какое число? Я пока так. Давай, давай. Я буду болеть. До сих пор грабит, ты рад. Что? Разумеется, полили за нами. Нет. Пираты прям, посмотри, сомалийские пираты. Ты обалдеешь, там такие нехотики веселые. Людей убивают. Давай, Мартир. Пытаюсь пятеру взять. Денис, отменили вчера веселочное мероприятие. Я вчера с этим разговаривал, который... Юрий Юрьевич, антидилер. Курцев. А? Курцев. Он говорит, да, из-за Королькова типа отменили, потому что она типа не захотела, чтобы там были что-то какая вообще странность, прикинь. А нам надо было как бы представитель федерации, а она не захотела, чтобы там были федерации или кто-то связанный с ними. Но прокуратура очень хотят с нами дружить, как раз то, что ты мне рассказываешь, Александр. Ну, давай. Иван. Он самый. Роуз, 5 минут. Да, еще дальше, 10 минут еще есть. А ну все, за мной приезжает здесь. Приехал, пацан? Да. Парни, 5 минут последние. Аккуратно, борьтесь еще. Аккуратно. Если борьтесь, только аккуратнее. Ты не хочешь бороться, я даешь, с слабаками бороться, да? Или тебе с слабаками не нравится какой-то, вернее, наоборот. На маленьких лезет, на больших что боишься. На самом деле все сильные, но не всегда. Иногда бываем слабыми, опять же все, в зависимости от эмоций и чувств. Мусорочка, мусорочка нет, да? Я после до нее забил, встал. Вайдан, кто пошел? Да. А, Денис, скажи по занятиям парням. Ты правильно там все написал? Парень, Владян. Данил, я сам подписал. Одно, пять, два. Они сами все знают, да? Вот молодцы. Я просто помню. Ты даришь два занятия? Ты не надо дарить, когда платят. Нет, так там трудно, что он брат, да? Ну это, ты зачем два, а потом подаю сразу два. Нет. Все, балуй, кто балует? Казах, я просто сказал. Я балую, я тебе все. Там знаете, скажем. Я согласен. Два занятия. Не, молодец, я расслабляю ноги. Реально, надо друг другу помогать, все правильно. Парни, до свидания, скажешь, надо друг другу помогать. До свидания, пока. Все, до завтра, до завтра? Ну, до следующей недели. Серьезно? А что, на эти недели придется? Ну, у меня экзамен. Я после школы. Нет, я сейчас. Это новогодний экзамен? Да, это новогодний, да, чтобы парни не пирашки, чтобы он был серик. Экзамен их поддерживает. Ну, может быть, будут. Надеюсь, на неделю увидимся. Еще яблоко. Как-нибудь сними, может, он идет, вот ее прыгает. Вот так, вот так, он идет, прям так. Ебать! Компьютер нужен недорогой, чтобы не слишком древний, чтобы он включался, нам нужен
некоторые системы здесь, чтобы стояло, здесь. У меня мотика нет. Может быть, где-то в УМИ там найдете. Это не информация. Мы посмотрим. Бывает такой информация проект, нам нужно сюда, чтобы он был. Ладно? Хорошо. Все, всего доброго. Все, да, до свидания. Смотря по сумме, тут я не могу. Ну как ты думаешь, вот здесь, если суприматы, здесь у нас... А мы с собой забираем. Нам, мы хотим здесь сделать все с собой, так сказать. Видео было? А? Камера? Нет, ну что, журнал? Ноутбук или компьютер? Я посмотрю. Лучше ноутбук можно с собой забрать. Мало чего приманы сделать. Если вдруг найдете, ну все, мы можем вам я. А, ну давай это можно. А? Жирно, конечно, можно найти. По-любому можно найти. А, жирно? Ну если вдруг все найдете, такое. Вон, не заканчивай, пока. Люди не от хорошей. Все, всего доброго. Люди туда не от хорошей жизни несут, сдают. Парни, 3 минуты вам сейчас доделать, маты ровные расстелить, помните, да, как все снаряды, все мы уберем, без воды, носки там не забудем. Да не, иди и делай мне. Я что, сейчас нормально поговорим, да? Иди делай. Надо ты веду статистику, не просто делай. Я буду школа. Что, братва, собираемся, 1 минута. Сейчас быстрее, дай. Давай, докручивай. По последнему элементу? По последнему элементу, у вас по 10 секунд на каждый элемент. Раз, два. Руки отпускай! Дай мне, как было, когда я тебе говорю отпускай. Да если опускай, я не все откручу. Все, ты успеешь, они тебя поднимут. Все, до завтра оставишь. Хочу попалить. Ну да, потому что ты махнул руками, ударил, да, из-за этого тоже ударил. Все, парни, давайте каждый последний подход. Чуть-чуть. Я последний тренер. Все, 10 секунд вам. Аккуратно не упади, не уронись. Носки берите. Сейчас матно смотрите. Носки пусть до последнего просушатся. Ренатик, пусть до последнего просушатся. Сейчас берете мат, смотрите, задача. Хват. А еще такой. Да нет, просто хуй, я нам дали. Какого? Это моего. Это моё. Уж ты. Я сюда его бросил. Я его бросил. Александр, Александр. Сергеевич. Парни, квадратик взяли. Ренатик, да, давай, за руль. Парни, стоп. Хорош, давай быстрее. Бросай. Квадратик, куда? Ты все равно не надо, братан, мамочки, ты сам стираешь. Все равно, ну, каждый, ты сам стираешь. Все, Александр, стоп, последний дойдет. Садись, не надо, братан, все. Успейте завтра. Все, смотрите, вот эти маты, матрасы, да, берете, вот сюда, к стене, пожалуйста. Завтра, конечно, не все.
кому получается? Мы же что, парни, у нас только воскресенье выходное, остальные дни все открыто, не переживайте. Маты, матрасы, темпы бодро делаем, парни, бодро. Надо что-нибудь нормально будет. Не-не, ну мы красиво положите, ну что так бросили-то? Вот тот матик-то красиво положите, который к стеночке. А белый просто прислоните рядышком. Пойдем, пойдем, вот мат еще один остался. Пойдем, 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 пойдем. Конечно, все равно, ребят, красиво, пожалуйста. Да, да. Ровненько, прям туда опа закинули, молодцы, да. Все, да. Теперь собираем носки, чужие носки не забирать, чтобы не давать носки. Все, если батя придет, это хорошо. Батя не придет. А зря. Ты что скажешь, батя, приходи, покажу это. У него там был диабет. Блин, братан, инвалидность есть у него? У батя? Да. Да. Тогда, значит, ты попадаешь в категорию социальных льготы. У вас и какая-нибудь льгота категория, спросите, это многодетные, малоимущие. Ну, у меня многодетные и вот уж попадет. Без справки принеси, у тебя будет не плюс 2, например, занятия, а плюс 4 будет занятия по двум социальным. Правильно, Денис, или нет? Правильно? Как ну, у нас без справки плюсуем, плюсуется. Да. Парни, всем вы тоже подумайте про это. На бетоне не стоит. Сейчас кто носки одел, подходим сюда с телефоном со своим. С телефоном подходите и складывай. На бетоне стой, браток. У меня нет телефона. У меня только... Как у тебя на бетоне? Нет, значит, у меня вот так было. Запоминать сейчас. Я поправлюсь просто, говорю, реально на здоровье. Ваш телефон? Подходите, фотографируйтесь. А, у меня вот то сфоткнуло. Его надо номер сфотографировать, да. Не то. То пускай будет у тебя, вот. Вот эту часть фотографируешь. Ну, у других перепишешь просто. Родителям оставишь номер телефона Дениса Владимировича. Номер телефона, которому мама твоя пускай позвонит. Следующее завтра, да? Каждый день, вот, кроме воскресенья. Расписание. Понедельник, среда, пятница, 19.00, 21.00. Вторник, четверг, 18.00, 20.00. Суббота, 16.00, 20.00. Добавляем дополнительный час в зависимости от поведения. Спроси, кто услышал. Давай сыграем. Спроси, кто услышал. Кто что услышал? Завтра с кого как зовут и кто что понял. Завтра с 7 до 9, а сегодня мы со скольки будем. 7 до 9. Все готов, телефон. А, телефон. Четные дни. Четные дни по чету, нечетные дни по нечету. Такая молодежь пошла, приходится по 10 раз одно и то же проговаривать и не хочет. Рано забывает, стирается из информации, знаешь, как у рыбы бывает, бах, и он забыл уже. Рыбки сутки помнят. Да, но это вот тяжело, в сутки, по 15 секунд помнят, и все забывает сразу. Запомни расписание. Четные дни, четное время, нечетное, нечетное. Если что, наберете, позвоните. Надо фоткать. Что с ним делать? Маме покажешь, скажешь, мама, позвони, пожалуйста, Денису Владимировичу. Вторник? Значит, с 6 вечера до 8. Поговорить по поводу твоего посещения. А, вот, да, да, понимаешь, да, о чем? Окей. Все, парни, до завтра, надеюсь. В среду с 4 до скольки? В среду? Спросишь у Рината? Ну, короче, я чтобы я сейчас не расстраивался, спросил у Ринатика, во сколько в среду. И парням скинь фотографию. Да, 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 ВКонтакте или где-то там, справляйте. Спасибо вам. Да, всего доброго, молодцы. Ты не гони, все получится, ладно? Все, не переживай, все получится. Парням, скинешь фотографию? Сейчас сфотографировал, вот кто не сфоткал. Вот, все, туда скинь, пускай родители отзвонятся, обязательно. Если что, ВКонтакте информацию смотрите. Да, все, всего доброго, всем здравия. Молчок, пишу им, пишу, пишу. Но со Сбербанка пришел ответ, что да, это, ну... Ну, а что, когда бабки ответят ответ, то да? Запрос обрабатывается, подтверждается. В ожидании, да? Да.
Хорошо. Так, все записали, все убираем. Так, я все отдал, все хорошо. Бабки, игрушки, штучки-дрючки. Штучки-дрючки. Дрючки-штучки.